Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы рады приветствовать вас в московском концертном зале «Зарядье». В сегодняшнем концерте в исполнении Николая Луганского прозвучат произведения Дебюсси, Шопена, Франка и Рахманинова. Дебюсси. Образы. Колокола сквозь листву. И луна озаряет развалины храма. Золотые рыбки. Исполняет Николай Луганский, фортепиано. Thank you.
Шопен, Баркаролла, Ноктюрн, Баллада. Thank you.
Франк. Прелюдия, хорал и фуга. Исполняет Николай Луганский. Thank you.
Рахманинов. Восемь прелюдий.
Thank you.